фюзеляжи. А за ними вся жизнь. Работа конструктора – это борьба. Талант, победивший в гонке вооружений. Пентагон проводит экстренное заседание. Поднялся большой скандал, разборки на уровне Конгресса. И мечта, поднявшая в небо десятки тысяч анов. Я не понимаю, что такое муки творчества. Я понимаю, что такое радость творчества. Сделать шедевр – это очень интересно. К 110-й годовщине со дня рождения великого конструктора. Документальная премьера на Интере. Олег Антонов. Человек-небо. 7 февраля в 22:30.